Первый рыгинский турнир состоялся в 90-м году. Он пришел на смену открывавшим на протяжении многих лет спортивный сезон и прекратившему свое существование тбилисскому международному турниру, который называли «малым чемпионатом мира». Местом проведения первого соревнования стал Абакан, входивший в состав Красноярского края. Краевой центр тогда еще был закрытым городом. Но уже через год Красноярск станет официально открытым для иностранцев и с того момента постоянным местом проведения турнира. Главным почетным гостем, судьей, зрителем, болельщиком был, безусловно, на соревнованиях сам Иван Ярыгин. Никто тогда и подумать не мог, что 4 года спустя, в 97-м году, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, в самом расцвете сил, в возрасте 49 лет, трагически погибнет в автомобильной катастрофе. И со следующего года турнир станет своего рода мемориалом, посвященным памяти борца. С тех времен, наверное, постоянным участником и героем этих сваток неизменно остается прославленный тренер Дмитрий Мендиашвили. Гена! Правая снизу! Вот так! В 99-м году Ярыгинскому турниру присвоена категория Гран-при. В 2002 году в программу помимо вольной борьбы включена женская. В тот же год, 8 марта, перед началом соревнований был торжественно открыт памятник Ивану Ярыгину, установленный перед дворцом его имени. Это уже позднее рекордсменом по количеству побед на Ярыгинском турнире станет легендарный Бувайсар Сайтиев, который 6 раз поднимался на высшую ступень пьедестала. В 93-м золото в упорной борьбе получили красноярцы Геннадий Жильцов в категории 130 кг и Андрей Лыков 90 кг. Первое место и звание победителя международного турнира от призы Ивана Ярыгина завоевал Андрей Лыков. Среди ценных подарков, врученных тогда победителям, в кадр попал ковер. Но именно с 93-го года на турнире стали вручать лучшему борцу автомобиль. Первым обладателем главного приза стал наш тяжеловес Геннадий Жильцов. В этом году прошли соревнования уже 19-го международного турнира серии Гран-при Иван Ярыгин. В них приняло участие 400 спортсменов из 21 страны. По степени же престижности с ярыгинскими соревнованиями теперь могут сравниться разве что Олимпийские игры. Наталья Кещина, новости ТВК. Проект создан при поддержке Енисей Кино.